You telling me an entire city and everyone in it is the minimum price for this game? The world is controlled not by the masses, but by the hands of a few. It is an undeniable fact, and it has always been so. That all men are created equal is a myth. The people are nothing but weeds, their overlords, gardeners. Only when the weeds are cut, may flowers bloom. From all the fertilizer you're spreading, I'm guessing you're a gardener. You're a talented man. It's good to know some things don't change. Welcome back, Jack. It's good to be home. Это же мои собственные видео. Тут нет каких-либо правил и шаблонов. Я буквально могу делать все, что захочу, но за исключением мата. Скажу я слово на букву Х, и YouTube сразу же сделает мне кровавого орла в районе сраки. Ладно, я шучу. Сегодня мы с вами продолжаем облизывать и рассматривать Mad World. И кстати, появились люди в комментах, которых не понравилась игра. Им я скажу примерно то же самое, что и тем, которые то и дело клянчат ролик по урожайску. Ваш в ног! Недотрога. Люблю таких. Путь продолжается уровнем, который полностью является босс-файтом, супротив мощного сумоиста Юкузуна. Хотя на самом деле я этой эпичной битвы назвать не могу. Скорее, это очень жесткое избиение толстого азиата, который всего лишь пытается выжить в борьбе супротив агрессивного жизоэта с болгаркой в руке. Жека наконец-то заговаривает со спасенным доктором и прямо сходу начинает быковать, требуя от него ответы. Ты кто такой? Почему живой? Почему не заражен вирусом? В чем смысл концовки Евангелиона? Тут-то и случается поясняющий момент, после которого я сделал типичного «А-а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 
Ladies and gentlemen, beloved citizens of Paragon City, lend me your ears. Когда город оборвали от мира, некто заявил, что все эти жители заражены особым вирусом, убивающим за примерно 24 часа. Если хотите жить, то вам необходимо стать участником кровавого шоу. После первого убийства участник сразу же получает вакцину и остается жив. Прям как в жизни. To participate in this game, you need only pick up a weapon, a pipe, a bat, knife, anything will do. Then you need to kill someone. Family members and neighbors are a convenient place to begin. Очень добрый, а самое главное, православный ивент. Желаю каждому доброславичу оторваться от поедания коры и поиграть в эту игру самому. Это битва за вакцину на Джефферсон Айленд. Сам же доктор заявляет, что для себя вакцину украл и никого не убивал. You're lucky day, isn't it? Видимо, далее он надеялся, что Жека заявит, что он из группы спасения, но тот его осадил моментально. Sorry, kid. I've got things to take care of. I don't help people. I kill them. Тут Жека окончательно закрепил свой статус антигероя. Он тупо пофигист, который режет и убивает, при этом не считая себя плохим, потому что в этом мире не бывает плохих и хороших поступков, Жека просто делает. Даже если бы он сейчас дал этому няшному докторишке на кулака, то это не было бы плохим поступком, это было бы офигенным поводом художникам на моих зрителях нарисовать артов и закинуть мне в предложку, да-да. Ну и заодно желаю, чтобы вы чекнули замечательный браузер Opera GX. Вау, неужели сейчас идет речь о том самом браузере для геймеров? Вау! Я уже не раз говорил про столь замечательный браузер, что буквально сейчас пишу текст, глядя в ТЗ именно в Opera GX. Покчумп! Сам браузер примечателен очень многими вкусными плюшками, как, например, GX Control. Эта штучка позволяет вам полностью контролировать поглощаемые вашим браузером ресурсы, как, например, CP и OZU. Лично для меня после ущербного, вражденческого, кровожадного Google Chrome это просто чистейший глоток воздуха. GX Player — прекраснейшая функция, позволяющая тебе слушать музыку из популярнейших сервисов, и я не могу вам показать примеры, потому что я музыку особо не слушаю. Вот такой я нетипичный человек. Зато тут есть интеграция с Discord и Twitch'ом. Это
уже моя тема. Еще можно интегрировать телегу и другие штуки. Годнота! Ой, а это что такое? Кастомизация интерфейса и еще встроенная темная тема вообще всего? Наконец-то! А то бывает врублю ночью ВК и выжгу себе сетчатку. В этом браузере есть много чего интересного, но тут я уж посоветую вам чекнуть самим чё почём. Тем более вы спокойно можете импортировать всю суету из своего нынешнего браузера прямо в Оперу. Замечательно! Opera GX. Переходи по ссылке в описании под роликом и качай браузер будущего уже сегодня. А теперь возвращаемся к сюжету. В целом, игра теперь начинает активно обрастать сюжетным мясом, отборной гайдинской телятинкой. Нам, наконец-то, показывают организаторов игр, в данный момент ломающих голову над тем, кто такой этот Джек. Кто? А тебя и... Главу зовут Мо, и его типаж персонажа я называю подсос по сюжетным обстоятельствам. Конкретно сейчас ребята знают, что монтажник в гоглах некий убер-мега-омега бывший солдат, слэш-офицер, слэш-мент, слэш-детектив, слэш-городской модератор, слэш-подземелье-санитар. И т.д. It all begins to make sense. Организаторы считают, что он тут за дочкой мэра, которая на данный момент находится где-то тут. Видимо, мэр забабахал кучу бабла на такого кровавого ебана, дабы тот помимо своей основной миссии еще и баб спасал. Однако, для нас открылся новый регион в стиле темного фэнтези средневековья. Зомби! Смею подметить, игра пока что ни на капельку не стала унынее, глупее или неинтереснее. Наоборот, очень много интересностей и вещей я для себя подмечаю. Во-первых, несмотря на то, что тенатная связь оборвана, он все равно появляется в обучающих подсказках. Видимо, это связано с тем, что в обучалках он обращается не к Джеку, а конкретно игроку. Джек-то, походу, и так все знает, как здесь устроено. Во-вторых, конкретно данный антураж лишний раз напоминает нам, что, так сказать, режиссер игры работал над четвертым резиком. Я ничего против. Похоже, местный мир настолько поехавший, что в нем реально возможны подобные абсолютно невозможные вещи. Зомби, кровавые челленджи, консоли с играми на старте. А еще тут снова угнетают бедного барона, честно, вот честно, мне уже даже жалко его. К тому же он начинает мне нравиться все больше и больше как персонаж. Все, решено. Накачаюсь и буду косплеить Черного Барона. В любом случае наступает момент битвы с боссом, и тут я прошу вас максимально акцентировать внимание на видосе. Эй вы! А то я знаю вас. Ставите ролик на фоне, пока домашку делаете или кушаете. Конспекты нам переписывайте. Ну-ка сюда смотрите. Сейчас мы будем бить босса. Но не простого. Мы будем бить фури босса и его фури приспешников. Прежде чем я начну, никто из любителей фурятины выйти не желает. Теперь официально игра находится в топе моих самых наилюбимейших игр всех времен. Тупо отвал. После этого Жека ведет беседу со своей связной, и та поясняет, что весь этот замок не более чем отель стильный, который переоборудовали под кровавые игрища. И именно где-то тут должна быть дочка мэра, которую наш чел и ищет. Однако, совершенно внезапно во все громкоговорители заявляется барон и говорит, мол, за голову Джека объявлена денежная награда. Видимо, настолько женек-пенек оказался в печенках у организатора. Плюс он раскрывает карты, что наш работяга идет за мэровской дочкой,
которая внезапно где-то наверху замка чилит и наблюдает за всем этим. Видимо, она вообще не в опасности. Это что такое? Да, дичь тут творится абсолютно та еще. А накал страстей накаляется горячее проца при Дварф-Фортресе. Жека не унывает и вновь издевается над зомби. Дядя Богданом в маске слона и участвует в очередном челлендже. Суть которого заключается в том, чтобы тупо угорать с помощью огромной мощной руки для экстремального интимного раскулачивания, если вы понимаете, о чем я. Боссом же оказывается некий Франкенштейн, только без Штейн. И он, кстати, первый босс, которому я проиграл и был вынужден запустить уровень снова, ибо в воду при битве с ним, оказывается, вообще падать нельзя, иначе он вас ударом тока просто изничтожит, изжарит. Благо, во второй раз я был максимально аккуратен, крутил ему болт только так, а в момент его регенерации насытичек бежал по воде и кусал его за пятки. Что, закибербулили тебя, да? Уровень 9, и в очередной раз уровень оказывается всего лишь босс-файтом без излишеств. В данном случае драка будет супротив вампирши Эльзы. Do your best, child. И тут я, пожалуй, даже не буду как-либо комментировать происходящее. Я лишь вам скажу, что именно против этого твиттерские истерички максимально отчаянно борются. И к огромному сожалению всех адекватно мыслящих людей мира они побеждают. And Jack wins! I think after hitting that peak at Elise, we all win! The window with her wings clipped! Bravo, Jack! И прежде чем вы скажете, что я сексист, озабочен или что-то такое, то знаете, если бы на месте вампирши был бы накачанный мужик, то сам файт был бы в 1000 раз лучше. And that's a fact. Жека наконец-то поднимается к дочке мэра, но как оказалось, все это было своего рода подставой смех ради. Дочка заказала спасение самой себя просто потому, что она инфантильная дурочка при бабле. Благо Жека в данной ситуации поступает как самый настоящий джентльмен. You weren't caught up in some crisis. This is all part of your opening ceremony. I have absolutely no idea what you're talking about. Amala, have the mayor taken into custody. Roger. No, no, Jack. My father has nothing to do with this. Хотите вы этого или нет, но теперь официально. Жека на аватарке считается признаком базированности. У Булдыки же случается бугурт, и тот ливает выполнять дальше свою основную миссию. Тем временем у организаторов все идет максимально по жопе. Мало того, что они не понимают, кто связной Жеки и кто такой Жека вообще, так они еще и теряют кучу денег на ставках. How much have we lost? 145 million at present, sir. What? На самом деле ситуация со ставками является абсолютно комичной. Как оказалось, около 70% людей ставят не на Джека, а его соперников. И лишь 30% ставят на нашего героя. Но при этом организаторы умудряются терять деньги, ибо те самые 30% совершенно внезапно ставят огромнейшие суммы. Из-за чего мы можем сделать вывод, что против Джека ставит быдланский лоу-сикю плебс, а вот за ставят некие солидные, очень богатые люди. Эти же 30%, кстати, мне на стримах донатят, ага. Именно поэтому организаторы решают скорее устранить Джинка, а точнее заманить его в следующий регион. На военные базы с планетянами. При этом первый уровень в данном регионе буквально представляет из себя дорогу до самой военной базы с небольшим передыхом на челлендж с избиванием планетян мотоциклом. Этот уровень я словесно заспидранил, просто потому что он буквально слишком короток, а битва с боссом не так уж и разнообразна. Сама же битва буквально состоит из эпичной дрочки одного и того же квик-тайм-ивента. Когда очередной убогий по генетике врожденец говорит, что на консоли Nintendo выходят только детские игры и Mario ID, я смеюсь. Очень громко смеюсь. В голосину. А вот та самая военная база, которая больше напоминает какой-то поехавший планетянский завод. Я, конечно, понимаю, что это все аниме, но это уже какой-то натуральный перебор. Хотя, похоже, именно в этом переборе прелесть, ибо вы только посмотрите на это.
Вообще, данный уровень примечателен в кое-каких вещах. Например, в том, что тут меня душили только так, а также то, что местная битва с боссом меня чуть монитора не лишила. Эти ребята некие мастера местные, и они в крысу решили напасть вдвоем. Я дрался, конечно же, как зверь, пока кое-что не случилось. Игра поставлена на меню, потому что я этим нунчаком в порыве активной игры отфутболил банку с пьержусом в монитор. Интересно, кто-нибудь этими штуками кого-нибудь случайно убивал? Если да, то я не удивлен. Благо, саму битву я закончил с успехом, а две крысы были изничтожены особенно жестоко. Oh my God, we're doomed! Успех Жеки доводит организаторов до истерики, и те в отчаянных попытках пытаются хоть что-нибудь выпытать у 13-го, а тот лишь разводит руками, говорит: ничего не знаю, и вообще я разорвал с ним контракт, когда узнал, что он челик не подольский. Однако годный совет спонсорский представитель все-таки дал. Check his DNA. Though not as... What? His DNA. Check Jack's DNA. Get a sample of his blood and get it to the lab now. Plenty of that around. Right away, sir. I had hoped you'd have realized who he is by now. Тем же временем Жека на заводе сталкивается с уперпланетянским боссом. Ох, все больше понимаю, что шутки про Подольск шутками никогда и не были. Конкретно после этой битвы сюжет заворачивает куда-то в сторону и встает на дорожку Metal Gear Solidчины. Организаторы чекнули кровяку Жеки, и те осознали, что он никто иной, как действующий чемпион бывших игровых кровавых игрищ, который подстроил свою смерть и с помощью неких влиятельных людей изменил свою внешность, вплоть до цвета глаза и узорчика Анусая. Те же, в свою очередь, отправили Жеку сюда, дабы он пришел по душу организаторов и остановил их деятельность. Плюс оказывается, что номер 13 никто иной, как некто Лорд Гессер, и он не спонсор. Спонсорский представитель. Он и есть сам спонсор. В общем, он тоже некто влиятельный в этом безумном мире и к тому же очень опасный. Почему? Потому что организаторы решают убить Жеку, но их быстро осаждает тот спасенный докторишка по имени Леонардо, который на самом деле тоже во всем этом замешан. Леонардо, continue the games, Noah. We have quite a loss to make up for. Don't worry, Jack will fight. He will die a horrific, yet profitable death. You know where we stand, Noah. Jack may be a dangerous man, but I'd rather fight him myself than have Lord Gesser for an enemy. Всем привет. Я сюжет Медворлда, и сегодня я буду долбить по вене мед и тертые кириешки. Только вот, по моему мнению, им надеяться на что-то хорошее уже поздно, ибо Жекан добирается до финала в лице региона а-ля Казиноч. И, пожалуй, именно тут игроку любому следует наиграться напоследок, ибо после этого буквально грядет финал. Да-да. В конце этого уровня даже никакого босса более не будет. Булдыга с пилой прорывается с кровью и потом до финала, разрывая противника в туалетные обрывки Dark Souls сюжета. Следующий же уровень тоже из себя ничего сверхъестественного не представляет. Это просто лифт, в котором надо избивать противников, пока у тех не кончится жизненный сок в венах. Зато именно после этого лифта случается очередной сюжетный момент, переворачивающий все и вся. Жека, Связная и номер 13 созваниваются в Дискорде, дабы послушать от масона Cool Story. Surely you understand that a Death Watch game without purpose is nothing more than mindless self-indulgence. There's a purpose to all this killing? Суть его спича заключается в том, что раньше подобные игрища устраивались сугубо, чтобы решать конфликты. Да, однако в последнее время конфликтов не было, а вот людская жажда крови росла. Организаторы решили пойти по гениальному пути, дабы кэши срубить, а именно устроили кровавые зрелища, тупо ради развлечения, и все бы ничего. Money is trivial, Jack. I wanted to see things die. Not just people,
bigger things, ideas, nations, cultures, gods. Like all the games before, I wanted to see the losers pay with more than just their lives. I wanted to see the winner win more than just money. I wanted to see them win the future, win the promise of power. But these games, they don't deserve the title of Death Watch. Для неких людей из максимально высшего общества кровавые батл-рояли без причины оказались оскорбительны своей безвкусностью и пошлостью. Тот же Т-12 Бугурти только так. И в итоге вся эта троица делает выводы. Жека, который до этого не раз побеждал в играх, хочет их изничтожить просто потому, что ему хочется. Т-12 поддерживает Жеку, потому что игры оскорбляют чувство эстетики, а Связная просто слушает все это и вертит пальцем у виска. Наконец-то случается последний уровень игры. Огромная арена над городом. На ней собралось множество зрители, все они ожидают, что Жека устроит настоящий Street Mortal Kings Gear. Но Жеке в принципе пофиг. Однако это абсолютно не важно, ибо сейчас будет битва против самого постироничного босса за всю историю игр, которые я проходил. Да, Жека выйдет на разы против Черного Барона, но пред этим слушайте просто потрясающие факты про данного персонажа, пока Жеку целуют азиатки. Начнем с того, что Черный Барон на самом деле не черный. Его волосы с бородой белые, а сам он покрыт сплошной черной татуировкой. Мало того, вряд ли кто-то обратил внимание, что его ББ на шее уж больно похож на две восьмерки, что как бы... И еще татушки в виде молний. Вы, конечно, скажете, что это СПГС какой-то, но у меня есть основания полагать, что Черный Барон это косящий по черного маленький любитель экстремизма. Но эти этнические особенности меркнут на фоне эпичности битвы. Мощные мужики уничтожают друг друга на потеху общественности. Воистину, это самый настоящий Mad World. И наконец, Жека держит величайшую победу, которая для него на самом деле величайшей не является. Для него это всего лишь очередной день полной приятной рутины. Jack's got the bat in his hand and murder in his eye. That's right, Ben. What's good for a bitch is good for the bastard. I wonder how he likes being on the receiving end of a pimp slap. One potato, two potato, three potato, four. I'm gonna big fucking finish you were talking about. Absolutely. This is what we've all been waiting to see. Jack winds up. The crowd is going crazy. He swings. And connects. The same dead one. And the... После столь тяжелого дня Жека решает перекурить да подумать о жизни, однако его уже поджидают озлобленные организаторы, которые из-за этого негодяя с пилой потеряли кучу денег. Все! Congratulations, Jack. Champion once again. At our considerable expense. Sucks to be you. Maybe you weren't meant to be in the bookie business. You could try something else. Polo, maybe. It's a thought. So is this. Kill him!
Jack? Jack, are you okay? Jack, what's going on? Looks like I'm the one in need of a rescue. Jack, I'm glad I made it in time. I saw you going to the tower, so I snuck in after you. You snuck in? What? I'll give you credit. You ran a pretty good line of bullshit. But in the end, it smelled exactly like crap. В конце концов, Жека проводит финальный допрос няшного Леонардо, которому просто уже ничего не остается пред неизбежным обезжуливанием. А я же, магистр игр и сюжетов, сейчас весь этот пережеванный жмых подам вам прямо в рот. Начнем с того, что изначально я думал, что Леонардо и Ноа своего рода любовнички, но оказалось, что они буквально батя и сын. И сын буквально сейчас кокнул своего батяню и ныне же с кишками наружу поясняет Жеке, что тут на самом деле творится. Жила-была фармакологическая компания, которая в свете неких политических событий обанкротилась, и эти два овоща, стоящие во главе, с этим мириться не захотели, а потому пришли к гениальной идее оформить свой смертельный дозор, чтобы, во-первых, срубить бабла на ставках, а во-вторых, чтобы продать всем государствам свою вакцину против вируса, который они сами же и выпустили. По итогу они обосрались с обеими целями, из-за чего у Ноа нехило так бомбануло. Самому же Леонарду, как оказалось, вся эта ситуация с вирусом была абсолютно по барабану, ему же больше хотелось побыть во всем этом драйвовом трэше, просто потому что кровавые игрищи ему приятно нервишки щекотали. Однако все вышло, как вышло. Now, help me, or I'm gonna... I don't help people. И это был Mad World, дорогие мои зрители. Эпичнейшая, кроваво-артхаусная и горе категории Г, которая, по моей оценке, заслуживает абсолютные 10 из 10. Нетипичная игра, своеобразный сюжет, не соответствующий каким-либо сценарным стандартам, множество вопросов без ответов и просто зубодробительный геймплей. Запомните, обзорщики, вот это тот случай, когда надо использовать слово зубодробительный. Это было просто вау. Я ожидал, что по фасту сделаю ролик, чтобы в сроки попасть, а в итоге пупився на очень годную игру. Это был буквально тот случай, когда покупка Wii абсолютно оправдала себя, и я даже на самом деле рад, что опробовал игру только сейчас, ибо мне кажется, что опробую я ее раньше, я бы ее не понял. Ровно так же, как аудитория игроков, которая упустила эту игру и не сделала ей кассу на релизе. Вполне возможно, что не было какой-либо рекламной кампании, но хотя бы сарафанное радио должно было сделать хоть какое-то дело, но нет. Увы, в очередной раз мы с вами лицезрели провалившийся шедевр. Видимо, действительно гении порой бывают непоняты современниками. Благо у нас есть время. Именно испытание временем показывает, кто был прав на самом деле. Кстати, дорогие художники, если вы все еще смотрите ролик, то пожалуйста, я вас умоляю, пилите арты по этой игре и кидайте их в предложку. Или же выкладывайте себе в паблике, а потом уже кидайте ссылки на эти посты в предложку. Я буду их репостить. Эта игра заслужила это. Большое спасибо вам всем за просмотр. Обязательно поставьте лайк данному ролику и напишите ваше мнение в комментариях. А еще лучше посоветуйте это видео другим. Люди должны знать, что существует такая замечательная игра под названием Mad World. Y'all ready to move, if y'all ready to fool, if y'all ready to win, if y'all ready to...